В пятницу 6 июня в преддверии Дня социального работника в Ореховизуйском отделении Пенсионного фонда России состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику. Сюжет нашего корреспондента Лидии Руфлятко. День социального работника в России отмечается ежегодно 8 июня. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1701 году Петром I был издан указ об определении вдовых святейшего патриарха, богодельни нищих, больных и престарелых, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. В современном мире профессия социального работника остается очень востребованной. Поздравить сотрудников Пенсионного фонда с праздником приехали почетные гости. Очень приятно, что в вашем коллективе сегодня работают профессионалы, которые обладают не только глубокими знаниями, но и высокими человеческими качествами. Я хочу пожелать вам всем здоровья, счастья, благополучия, добра и тепла. Хотелось бы, чтобы было чистое небо над головой, не только в нашей стране, но и во всем мире. Хотелось, чтобы не плакали матери, чтобы не погибали дети. Хотелось, чтобы наши ветераны, люди, отработавшие полный трудовой стаж, жили счастливо, в здравии и спокойно. От этого зависит и наша с вами работа. Терпение вам, благополучие и мира в вашем доме. Завершающим аккордом встречи стало вручение почетных грамот и благодарственных писем Московской областной думы и администрации городского округа Орехово-Зуево лучшим сотрудникам Пенсионного фонда.